какую-то энергию во что-то животное. Верю. А в любовь с первого взгляда не думаю. Мне кажется, что совершенно не важно место и что во что я буду одета, во что будет одет он, что он подарит мне, или что мы будем делать и где мы будем делать. Главное — человек. Если он идеальный, это все будет идеально. О, идеальных людей не бывает. Но я стараюсь разговаривать с собой, чтобы не испытывать этого чувства. Но я не запрещаю себе испытывать, просто разговариваю сама с собой, чтобы этого внутри не возникало. Да это не важно, а цвет-то не важен. Я смотрю в глаза, вглубь. Не важно, как выглядит человек, какого цвета у него волосы. Мы жили в разных городах. Он жил в Омске. И у него не было денег. И мы переписывались, и он сказал, что что он голодный. И я поехала на вокзал, купила билеты. Доехала до Омска, купила шаурму. Постучалась к нему в дверь и принесла ему поесть. И потом уехала обратно.